Об участии сибиряков в русско-японской войне известно немного. По крупицам данные собраны в двух изданиях. Информации о жителях Искитима и Искитимского района там нет, говорит краевед Андрей Аборкин. Но есть сведения о четырех участников, награжденных орденами Святого Георгия. Один из них – это Иван Михайлович Ботинев, житель деревни Тоскаева. Иван Михайлович, как вот по рассказам его потомков прямых, которые, кстати, живут у нас и в Искитиме в том числе, значит, он получил свой Георгиевский крест за то, что взял в плен японского кавалериста. Японец удирает от него на коне. Тот, значит, его догоняет, наш кавалерист, искитимец, и решил его как? Шашку в ножны убрал, она, ну, не хотел рубить. Вот. И двумя своими ручищами, значит, обнял японца и перетащил просто к себе на своего коня. И таким образом он его потом привез к своим. Морское сражение вблизи города Чмульпо закончилось поражением, однако русских отпустили на родину. Всех участников сражения наградили на торжественном приеме в Санкт-Петербурге. Им присвоили ордена и знаки отличия, вручили дорогостоящие часы. Среди награжденных были и жители деревни Елбаши – Андрей Захаров и Семен Ботинев. В голодные советские годы, это конец 20-х и 30-х годы, когда началась коллективизация, когда изымали хлеб там у всех крестьян и так далее. Значит, все это было сдано, судя по всему, и георгиевские кресты, и часы, вот буре, и, значит, вот, ну, все, что, так сказать, могли, они вот свои драгоценности военные, они отвезли в город Новосибирск и сдали в так называемый Торгсин. Это были такие магазины, которые проводили скупку драгоценностей. Еще один участник русско-японской войны, Емельян Лубягин, также был удостоен высшей награды. Но информации о нем нет, сохранилась лишь фотография. Краеведы уверены, георгиевских кавалеров среди жителей Искитима и района намного больше, но пока информацию восстановили лишь о четырех носителях награды. Работа по поиску данных об остальных участниках войны продолжается.